This is going to А что дает этот навык awareness? Осведомленность. Обнаружение. Не, ну я это примерно понимаю, типа как перевод, но он типа, короче, помогает типа видеть людей, да? Угу. Что нихера мне не помогает. Распознавать их в объектах. Она не только на людей распространяется, она объекты распознает. Не понял. Ну ты лучше можешь распознать объекты какие-то лежащие. Типа когда лутаешься? Типа бежишь такой, оп, грибок заметил. А. На примере этого. Так, а железная дорога едет во два. Во два там порт, да, какой-то? Угу. С военным лутом? Да. Такой же, как в А4, да, типа? Ну, нет, ну, естественно, послабее. Но там есть тюки. Лучше, ну, там. Если ехать, то А4, да, уже? Подлутаться, да. А4. У меня персонаж сейчас толстел, просто ужас. Кормишь? Неправильно. Не даешь чуваку питаться. Кормлю, но неправильно. Не даешь чуваку питаться? Нет, перекормил сахаром. Конечно, и в тачку, конечно, дал. Что там? Красная, беспалевная? Красная, сука, за километр видно, блядь. Я хотел тебе спортивную дать с полосками, но не знаю, какие. А, в натуре, слышишь? Нихера себе, блядь. Когда винтовки ставишь, там вообще мелкий этот прицельчик, понял? Угу. Да ты все, вот это новости, ёханый бог. И отдачи мало, да, так понял? Да. Я думаю, что я не попадал. А, что-то Тоха морозится. Сейчас подожди, я наберу ему, вернусь к тебе. Окей. Что-то он где-то непонятно где. Не, стоп. Тоха? Играет он? Да нет, в сети везде. Ну, вот. Что-то не достучал для него. Беларусь. Да просто, ну, не хочу ехать в А4 в холостую, понял? Мне ж надо ящики делать. Что значит холостую? Ну, мне ж надо ящики делать. А, понял. А у меня сурик в ноль, ну, вкачанный, не хватило на него нихера.
Ты небось еще Awareness скачал? Да. Я всегда на эксперта ставлю. А так жить проще немного. Ну, они, конечно, охуенно передали модельку Форда. Но я бы на их месте лучше бы Хаммеры сделал, понял? Они посолиднее бы выглядели. Ну, это ж типа все-таки военный остров был. Да, они собираются лор добавлять какой-то? Не уверен. Так, а при минимальном сурвайвале можно же делать обычные ящики или нет? Да, можно. Ну, в принципе, как вариант. Алло? Здорово. Да, Тох, зайди на этот... к нам в канал, там увидишь меня с Лимоном на Умбреле. Заходи туда. Окей. Давай. Хаята! Я ему дозвонился. Привет, Лимон. О, привет. Тоха, ты уделишь мне часок времени? Разбудил человека, походу. В каком плане уделишь часок времени? Я тебя реально разбудил? Нет. А, слава богу. Я собираюсь сейчас в А4 поехать, и мне нужен ты. В качестве мяса? Нет, в качестве чувака, который умеет крафтить ящики. А, ну поехали, вопросов нет. Ты где? Ой, дай бог памяти, я после вчерашних этих наших забегов с 6 утра, то не помню уже, где я оставил персонаж. Чьи забеги? Ну, где мы в эти, в Вимпе. А. Ну, а в каком квадрате хоть помнишь, где ты был? Час, секунду, я вспомню. Один, наверное. Ох, ты шо, Вася упал, ебать, ебаный свет. Так, ребят, ты можешь там своим Лимон сказать, что сейчас будет ехать мирный красный форт через по аэропорту. Так я же с тобой на связи. А, точно. Короче, я предлагаю. Что с тобой брать? С собой. Мне надо гвозди и железо. А у тебя там где-то схрон на C1? Нет, но у меня с собой есть, там на 4 ящика мне гвоздей хватит, железа не хватит. Железо по дороге где-то заберем. И Лимон, я предлагаю сейчас запустить, короче, ивент, понял? Никто не стреляет в красный форт, понял? Так в чем фишка, ты можешь мне объяснить? Я хочу в А4 возле порта поселиться, как и в прошлый раз на острове там, на одном. Наши форды плавают сейчас? Нет, форд будет аккуратно стоять в одном укромном месте. Я уже натренировался прятать машину. А я как проплыву к этому укромному месту? С гвоздями и железом. Проплывешь. Там расстояние большое, но дыхания хватает. Ну то есть, если у тебя сотка здоровья, то у тебя останется где-то около 25. Но я на это очень надеюсь. Хотя Лимон может сзади стоять с дробовиком. Здравствуйте, я тут. Бах. Плывини,
ниже плыви, я говорю. У меня такое же желание было, поэтому я и спускался вниз потихоньку. В смысле? Ну, на остров на какой-нибудь заплыть и сделать там схроничек небольшой. По-моему, на данный момент это самая грамотная вещь будет. Хотя ты знаешь, на следующей неделе могут подколоть в этом плане и ввести и до свидос. Что вести? Лодки. И чё? Я знаю, куда я поплыву. Пускай они ведут, короче... Знаю, кто к тебе первый приплыл. Знаете, реально, что будет круто, если они ведут меню крафта из Фореста. Все играли в Форест? Ну там меню крафта... Я тоже не играл. Ну, короче, рассказываю. Там меню крафта, помимо домов, можно строить плоты, понял? Такие типа как деревянные коляски, куда можно, понял? Вот так, например, ты, ну, в руке сколько ты там дерева принесешь? Ну, связку, да? Там 3-4. А туда можно типа наложить там 25 этих досок, понял? И тащить за собой, понял? Да, ну, иди. Это реально прикольно. И людей, я думаю, в игре станет больше, потому что... Ну, я, например, вот, люблю постреляться, но... Сервак больше не выдержит. Сколько здесь максимум? 100 лимон? Или больше? Угу. 100. Нет, так нет. Просто онлайн в игре... Куда уж больше сотни? В самой игре онлайн поднимется, потому что я, например, люблю постреляться, но в то же время я люблю где-то уплыть и тупо накрафтить все деревни, понял? Лимон? А, Ника по мне стреляет. Это я по тебе стреляю. Я знаю, еле увернулся от тебя. А я все попал? Одно короче, бронь. Я пойду покурю и бронь там уже. Так, скажи, где ты, что я тебя забрал? Блин, ты предупреждай, блин, потому что сзади за нами был, я вообще не помню, что ты там, блядь, сидишь. Сейчас, секунду. Так я решил перебежать, посмотреть. Там, в дальних ангарах вроде. Там двое было, блядь. Не было в этих ангарах? Говорит, двоих. Да, нет, двое. Нет, чисто. Чисто. Они вышли, блядь, из игры, сука. Ну, вроде нет, никто не выходил. Нет, там было двое. Ты когда забежал, перед тем, как ты бежал туда, там было двое. А я так чисто. На раше. Охренеть. Ну, никого не было. А, мы вот сидим и выжидаем, когда они выйдут. Оказалось, блядь, что это ты. Значит, уже их все. Ясно. Значит, пожалуйста, Ника, привет. Офнулись. Да, привет, привет. Да вот сейчас я на вас бегу. Давай. Тоха, скажи координаты вашей дислокации. Что значит вашей? Ты уже ко мне на вы? Нет. Значит твоей. Слушай, я заметил, ты этот, как-то у тебя уже немножко сегодня укоротилось это выражение, понял? Ну да, я ж... Вот, правильно. Слушай, я уже почти в C1. Без штурмана, конечно, тяжело ехать, но я справился. Я в C4. Вот ты сейчас серьезно, да, пошутил? Нет, я серьезно тебе сказал. Ты ж собирался в А4. Ну, давай. Езжай в ту сторону, я по... Ты мне перед этим сказал в C1. Ну, у меня топографический кретинизм, скажем. Ох, тебе еще нет. C4 где? Там рядом с C1, по одной линии, там, по горизонтали. Рядом с чем? С C1, по горизонтали, там, в другой стороне просто, зеркальная. Отображение.
нихера не понял. Берем C1 и C4. Вот карту сложи пополам. Получится там, где было C1, там стало C4. По горизонтали в одной проекции. Ты, блядь, сейчас пошутил? Нет. Сверху, снизу. Ты... Что значит сверху, снизу? C4 между B4 и между D4. Ну, нашел. Открой карту и посмотри. Вот сюда, вот что. Центральный город. Короче, ладно. Горизонтали. Еще скажи мне параллелепипед, да? И теорему Пифагора спроси еще. Ты ж там рисуешь в проекциях. А ты знаешь теорему Пифагора, а? Да. Озвучь. Чё-чё? Озвучь. Синус равно косинус. Хорошая теорема Пифагора, только это, во-первых, абсолютно неправильно. А теорема Пифагора – это сумма катетов равна сумме, вернее, сумма квадратов катетов равна да, квадрате гипотенузы. Вот это вот правильно будет. Закон Ома. Все, кто знает о законе Ома, не знают закон Ома, да? Ну, типа того, да. Тачка треснула. Опять меняли физику машины? Лимон, не знаю. Это не... Потому что ее так носит, понял. Что это такое? Это детство. Блин, лук наш. Кодиак 60. Прям тебе надо? Ну, я бы хотел потестировать. Потому что у меня компаунд... Роботы безобидные, парни. Что? Ты роботов сделал не безобидными? Чувак, с пятой передачи стартовать. Ты приехал оттуда, откуда выезжал, называется. Короче, C4 пересечение желтой и белой дороги. Подожди, город. Я же за рулем сейчас. Где? C4 пересечение желтой и белой дороги. Рядом с бункером. Я не помню бункер. Рядом с бункером.
Я в С4 не помню, где бункер. Практически по центру получается. Чуть ниже речки, ну вот этой вот вдоль. Понял. Вот этот город, я здесь. Давай, я сейчас уже скоро буду. Я пойду покурю пока. Скам радио. Да, я уже. Да. А! Камни вылазят из ниоткуда, сука. Димон, а можно тебе машину на перекраску загнать? Да и что? Вот, Димон, а внутри открывай СТО свое на острове. Слышишь? Как тебе идея открыть СТО на острове? Знаешь, в чем суть идеи будет? Димон? Ты здесь? Да, я здесь. Говорю, как тебе идея открыть СТО на острове? За определенные... Да, ну такси. Почему? За определенные очки славы чуваки пригоняют машину, там починиться, перекраситься, понял? По-моему, ржачно. Это все тяжело контролировать. Ну, нанять СТОшников. Механиков. По-моему, можно разделять права, да? Окей. Ну, есть администратор главный. Потом же можно создавать через активную группу пользователей, которые имеют какое-то влияние на сервере. И им выдавать определенные права. Такого нету? По-моему, было. Но я могу ошибаться. Антон.
И покурил. Наверное, нет. Да, я тоже так подумал. Мне кажется, Антон не один здесь, в этом городе. В каком? Если он здесь только появился, а тут уже все открыто. Кто-то лутался. У меня наживка на улице стоит. Красная такая, понял? С музыкой. На острове машин достаточно. То есть люди при надобности смогут найти, если поискать. А как часто они спаунятся вообще по времени? Вот это не знаю. Ну как лут или как? Не как лут. Короче, грубо говоря, после перезагрузки сервера можно пойти на точку спауна, да? И найти. По идее, да. Не могу гарантировать, не проверял. Ну вот это то, что ты карту сбрасывал, да, вот эту? Угу. Тоха. Все, я здесь. Ты, походу, не один в городе. Я вообще сижу в... И будет потерять все, что на мне, будет очень обидно. Я в городе, просто все двери открыты, понял? Вроде никого нету. Значит, пробежался уже кто-то. Там жители. Не, моя дверь закрыта. Выходи, слышишь машину, музыку?
Конечно, нет. Ладиториал Combat Evolved. I'm your host, John Dick, and welcome to... Уже слышу, а ты меня видишь, нет? Нет, нового персонажа. Едь, вот. Направо сейчас. Подожди. Я сейчас тебе лук скину, только хорошо в машину. Ты музыку не слышишь, да? Нет, она в трех метрах только начинает слышно. Ты попал за машину стоит? Нет. Ну, сейчас уже... Ну что, поехали дальше или здесь порыскаем по металлу? Там по дороге городов хотя бы. Поехали. Чё ты переделал персонаж? Под ПВПшку? И как? Протестировал уже или нет? Да, прицел вообще малюсенький. А я думаю, в порту будет время протестить, по-моему, можно. В связи. Отключился. Всем добрых снов, пока. Еще раз. Пока, Лимон. Да. Пока. А, ты все, да? Да. Спатоньки? Да. А, этот, Антоха, сколько у тебя очков? 86. Накинь Тохе 150, а мне сотку, пожалуйста, перед сном. Эх, сейчас. Блин, уже вышел, а раньше мне предупредил. Да и просто не мне радио уж играло, я не слышал, что ты говорил. Да, без проблем. Спасибо. Он Дегало подписан. Я чекну. По фэншую. В этом будем тормозить или иную нахер? Да черт его знает. Если увидим какие-нибудь гаражи, там можно будет притормозить. Там можно будет металл забрать. Ну, а то что, машина сколько стоит? Тебе ящиков надо? Да думаю, 3 железных с головой хватит. Но гвоздей у меня хватает. Ну все, значит... Едь, я за тобой пробегу. Music, I really play this. Damn.
bless music. Yes, reggae music, a spiritual music. Yes, reggae music, a hopeful music. Yes, the music, a powerful music. Sing it out. Так. А сколько до гала у тебя? 86 у меня. На данный момент 86. Это кто стрелял в кого? У тебя сколько? Это я позабил. У меня 84. Да, да, спасибо. Да, спасибо. Да, так. Почти без задачи, слышишь? Поехали. Секунду мы не посмотрели то, что... А, металла тебе надо? Сколько тебе металла надо? Так, на 3 ящика 18 металла, сейчас скажу сколько. Сегодня с собой? Да. Короче, еще 8 металла надо. Надо что-то? Набор инструментов нужен. Рюкзаками тут, пожалуйста. У меня есть. Подъедь ко мне, я тебе дам рюкзак. А у тебя рюкзак в рюкзаке? Да. Ты это, клептоман? Я просто не могу такие рюкзаки кинуть. Весь рюкзак был забит другим рюкзаком? Ну, не весь, но практически, да. А ты твои любимые рюкзаки? Да. Ты армейский не носишь, да? Или носишь? Армейский очень маленький. В смысле, очень маленький. Там на одну полоску меньше, чем тот. Врёшь? А? Врёшь? О, сюрикен. Пойдем с тобой в отшельники, не? Кто? В смысле в отшельники? Ну, на острове и все. Стреляться в порту. В
О, еще один походный. Не знаю, можно. Короче, будут попадаться гвозди и металл, забирай. Не, ну логично. Доска нужна? Нет, гвозди, металл и набор инструментов. Все, что нужно для метки. Или мы не куховарим? Мы там уже на месте разберем. Я там сковородку скину. Два металла. Пока мало. А? Это мало. Ну еще 6, да, надо? Ну это как минимум. Для ты? Да, случайно. Я думаю, нам пока двух ящиков хватит. Поехали, если что, потом в порту уже долутаем. Давай, хоть бинты дособирают. У нас есть набор инструментов, нет? Uh-huh. Ну так надо искать. Что, его тоже нету? Нет, с собой нет. Далеко отсюда есть? Далековато. И не уверен, что там эта нычка сохранит. Ну, подводная. А что, не уверен? Ну, мало ли кто-то вскрыл ее. Нам надо либо один красный, либо два белых ящика инструментов. Мастерская какая-то в городе есть? Да хер вас знает. Один ящик нашел. Белый? Да. Второй нашел. Тоже белый? Угу. Ну, я не знаю, здесь 15 из 25, кто-то уже крафтился. У меня 19 из 25. Не, они просто покоцанные, понял? Thank you.
Давай, подгоняй тачку сюда и... Так, а 19-25 хватит? Да черт его знает, посмотрим. Набор, да? Слышишь, а чего не на Б4 ты решил делать? Потому что на Б4, во-первых, есть острова, во-вторых, там порт недалеко. И? Ну, бегаешь, лутаешься, потом бегаешь, стреляешься и все. Но возле порта выгоднее же. Более там топовый порт. Ты считаешь, что ты один такой умный? Ну, на этом сервере, не знаю, на остальных смотреть надо, пошли. Мне ящик некуда положить. Я опять рюкзак нашел. Я рюкзак в тачку скину.
сейчас посмотрим, как я доплыву. Если нормально доплыву до острова, блин, я буду облутывать все эти города мгновенно. Ну, которые по пути встречаются. Ты, мне кажется, ты не по той дороге поехал. Ты говорил А4? А что ты по желтой линии поехал? Потому что по белой там где-то Спарта живет. Думаешь, кончат? Ну, в прошлый раз, когда мы ехали, меня возле маяка застрелили. Не смотри. В этом городе тоже кто-то живет, но я думаю, что уже не будет. Revel in the glory, or die like a woman. The choice is yours. Let's play some tunes, shall we? Ты на какой остров собрался? Ой-ой-ой.
Все, я уже вижу. Край А4, да? Не, он в этой... Ты что, на карте не показан? О, а это что такое? Не знаю. Тест админов. Хуя себе, это первый раз, как я вижу вообще в игре. С военным лутом еще. Ну, какая-то фортификация. Типа защиты. Короче, собираю все, что влазит. И порох, и... Прикольно сделали, слышишь, так нормально раскрасили интерьер. Не пропадет, я думаю. Поясная сумка надо? Бери с собой. Все бери с собой. Найди меня. По тебе шмальнуть или как? Не надо. Можешь подойти. Занято. А если гранату бросить? То я умру, когда сру. Это просто какой-то форт укрепления. Да и все, прибрежное. Кстати, неплохое место для пополнения. Пополнения чего? Ну, лута, ящичков, вот мимо пробегаешь перед тем, как переплыть на... Поехали. Жалко, что дверей нету, можно было сделать, типа, понял. Свой дом. Ага, с пушкой. Мощный дом. Дверь только одна. Вообще, по-моему, нет двери. Даже если бы была, то была бы только одна. Ну, ты в DayZ не играл, да? Не играл, но не долго. Меня там часто убивали. А здесь? Здесь нет.
научился морозиться? Нет, здесь не такие агрессивные игроки. В DayZ там чисто PvP и все. Больше нет. Либо ты в клане, либо без клана. Если без клана, то у тебя в ноль. А здесь как-то поинтереснее. Даже без клана можно выжить. Да, там я уверен, что тоже можно без клана выжить. Ну, если придрочиться, то да. Не, мы все-таки едем к тому острову, о котором я говорил. Мы приехали уже. Ну, я об этом острове и говорил. А, ну, знаешь, я прослушал так. Здесь машину надо пока оставить. Где лучше тормознуть, ты как думаешь? Что ты говоришь? Машину уже где-то так оставить, думаешь? Где бы ты ее не оставил, ее найду. Ну пока на время здесь нормально будет. Смотри, она какое? Ну пока ящики делаем. Так ящики мы сделаем за пару минут. Ну все. Ночное видение ж есть, да? Да. Когда нырнешь, включишь, чтобы видеть, где берег. Я нет. Тонул уже? Да, ну прекратит. Я больше времени... Я думал, что там очень далеко. Я больше времени складываю шмот в ящики в свои под водой. Я тебе говорил, что я стрим подрубил. Хотя его все равно никто не смотрит. Ну какая разница, кто знает, где мои ящики? Я сам уже многие забыл. Где? А ты не записываешь? Это... Зачем? Ну, чтобы знать, где что лежит. Все, что мне надо, я в любой момент могу найти. Смотри, здесь живем или на том левом? Как по мне, так чем дальше от цивилизации, тем... Тем комфортнее играть, да? Ну, смотри, тем свой... меньше еще. Свой схрон я делал вот один ящик здесь, понял? Вот, а тебе сейчас видно, смотри? Видно, что я ящик выбрал? Видно, нет? Да, да. Вот, один у меня был вот так вот. Вот. А второй вон там в кустах. И третий вот здесь. Вот, где-то, подожди. Вот. Ну, короче, ты понял, там можно нащупать где-то вот так, понял? Я понял тебя. Щупать будешь...
А как я буду сам щупать? Ты точно так же ящик можешь взять в руки, как свой, и перетаскивать. Так ставь сразу сюда его, первый, как я и показывал. Там его можно далеко запихнуть. Сейчас, подожди. Вот, вот так. Ну, вот так, не вот мешай вот мне. Вот так но... вот поставить. Ты взял с собой эти... Блин, набор инс... 9 штук осталось. Херово. Он вместимый. Сейчас еще налутаем. Ну тогда я скидываю все в него. Ну да. Ну, в принципе, все, я готов. Хотя нет, подожди. Я не могу найти ящик. Наш ящик? Да. Ну вот он здесь, смотри. Все вижу. Я хочу туда рюкзак свой скинуть и то, что в машине забрать с собой. Я свой кинул. То есть ты на себя наденешь его, да? Ну да, мы что-то долутаться идем, потому что я девятая рота осталась без вещей полностью. Нас же там еще и взломали еще как раз. И плюс за целый день перестрелок там все патроны ушли. Ну то есть все, что на мне, понял, это все, что осталось у 9-й роты из боевого комплекта. Точно, там же
там джинсы были. М16 я туда скинул. Винтовку именно? Да, винтовку и две этих обойма. Они не целые, но тем не менее. Все, погнали. Странно, куда делись мои обоймы от калаша, вот это вот хорошего. Судя по всему, скинул куда. Блин, ну ладно. Короче, будет свободное место, возьмешь с собой еще лук, хорошо? Да, луки все равно. Тебе все равно, мне нет. Все. Ты с них стреляешь? Конечно. В людей? Да. И как? Отлично. Иногда бывает с одного выстрела ваншотит. Ты это охотишься на них? Ну, просто сидишь, смотришь в окошко, и все. А вот этот вот 60 силы, он лучше, чем компаунд, который у меня спортивный лук. Он хуже немножко, чем вот этот 60 силы. В прошлый раз я находил 100 силы, но я не мог даже тетиву натянуть предыдущим персонажем. Пока ничего не бери. Я думаю, здесь сейчас народу нету. Машину не украдут. Ну, если украдут, то два лука и сковород. И порох. Не, сковородка там нужна в любом случае. Зачем? Кушать, готовить. Ты решил окопаться на острове там, как я тебе предлагал? Естественно. Нахрен мы там ящики строим. Тогда надо шелтеры перенести. Вопросов нет, принеси. Да, вообще там, по-моему, эти есть. Там же деревья есть. Да. Точнее, понял, ну я хочу сделать именно, построить шелтер, но типа, но не ломать его, понял? Ну ты уловил ниточку, да, мои мысли? Я понимаю, но хорошо, чтобы обновлять его. Ну там дебилов же много в игре. Ну. Они ж могут и приплыть туда. И что? Ну, сломают шелтеры. Ну. Подумают, а какого хера здесь шелтеры вообще делают? Начнут искать ящики и все остальное. Так, шелтеры сделаем на другом острове. Ну, то, что слева, понял? Типа, лут отдельно, ну, лутовая будет отдельно стоять, чтобы, если что, ну, было ее, ну, не просто найти. Я тебя понял. Скажи мне, пожалуйста, тебе в детстве нравилась книжка «Робинзон Крузо»? Да, я пожалуй. Вот. Поэтому я тебя как никто не понял. Как никто другой, я понял. Я тоже балдею от этой книжки. Я балдею от этой темы, где-то на острове повыживать, ты что гонишь? Да.
хотелось бы сходить покурить еще, конечно. Сейчас зовут... Слушай, о чем мы второй сразу ящик не поставили, а? Хз. Скажи, как это сделать? Зажимаешь F и нажимаешь Push. Нет, не могу. Ой, да ладно. Серьезно тебе говорю? Так, где эта нычка была? Не открывай, не лезь туда. Чего? Там без понту. Поверь, в смысле? Порт, ну, порт я знаю как никто другой. Я на нем месяц жил. Так что просто поверь на основу. И что, мы таки не кончим? Так, думаю, не упадет. Так, все, пошли за мной теперь. Я его завтра, блядь. Слышь, это нормально вообще, ебать? А ты уверен, что он по нам? Да. Пошли, бежим. По-другому зайдем. А, и ночью здесь зомбаков дохерища. Фу, да ты больной, Вася, ёпта, мать. Ну вот, это явно не Вася был. Ты о чем? Кто с калаша стрелял? Я. Не, роботы реально ненормальные, блядь. Это не здраво, ебать. Давай, иди сюда. Час, секунду. Что там делаешь?
Сюда, это прямо к тебе? Да. Твою мать, а? О, блядь. Да ебать, да это ненормально, ебать. Пиздец, ты что, серьезно, ебать? Тут металл заберу. Давай, ты меня еще заметь, блядь. Ты в казарму сразу пошел? Я возле тебя. Надо лёжа плутать. Ты двери за собой не закрываешь? Закрой свою дверь, сейчас тут тьма будет. Так, забери, понимаешь, скину. Вроде закрыт. Лутают эти черные ящики. Сейчас, секунду, я все облутаю. Тряпки режу. Рюкзак скинул военный. Сейчас полутали. Я забер... Не, ну полутали, понял, сбегали в машину, отдали. Ебать мой лысый хуй, блядь.
И куда ты мне предлагаешь положить армейский рюкзак? Ну, туда же, куда и в тот рюкзак, или он не влезет тебе? Вместе с броником он не влезет. То есть оставлять либо рюкзак, либо броник. Одну из... Вася, как ты через стену лазишь? Пизда, он меня сейчас захуярит, ебать. Чем помочь? Чем помочь? Бля, еще один броник сюда. Надо в машину забираться уже. Я, конечно, не сказать, чтобы полный, но, тем не менее, броник жалко оставлять. Но он мне не влазит никуда. Броник? Угу. Ну, лучше рюкзак оставь. За ним сейчас вернемся. Ну, как скажешь. Тихо, не торопись. Зомбаки пытаются выйти через забор. Какой? Там, где мы входили. Вот вышли только что. Пошли на свое место дислокации. Блять, пошел нахуй. Нарезай мне тряпки. К тебе побежи. Нарежь мне тряпок. Куда ты меня? Стреляй, мне вновь всё заканчивается.
пидорасы. Не, ну это реально. Надо пробовать говорить, что они пиздоватые, ебать. Согласен со мной? Какие-то они очень агрессивные. Бля, почему так дохуя машины забито, блядь? А вот, 1% только, заебись. Я ж удивился. Покурим? Прямо здесь? Ну почему нет? Кто здесь нас найдет? 2 минуты через 15, не? Не хочешь? Ты хочешь еще один заход туда сделать? Ну да, мне надо заход и где-то через минут через 15 перекур, потому что где-то полчасика я буду укладываться, потому что мне завтра надо как-то встать, блядь, почти в 9 утра, блядь, как его хуй узнает. Хорошо, давай тогда заход и... Складываем в машину, переносим все туда в сундуки и... Так, а мы, считай, за заход нихуя не забрали, надо... Тогда надо сейчас... Я имею в виду, этот заход делаем и возвращаемся, строим второй сундук, и чтобы все нормально было. И с машины все забираем. У нас на второй сундук не хватит инструментов. Найдем. Не думаю, что это... Я погнал. А? Я пошел. Курить? Нет, туда, за инструмент. Тебе сказали, где они лежат? Он по тебе? Давай. Но я выкинул мусор. У нас топор есть? А что, его сделать? Ну хочется же модный топор. У меня-то есть, но в моей нычке, не здесь. Здорово. А ты воду в сундуки сам ставил?
Да. Так может тут тоже в воде сделать? Можно и так. Ну я-то весь металл все поскидывал уже туда. Не, ну там в воде сделаем. Ну один. Как один вариант. Вот тот, что в камне будем использовать, его туда будем скидывать металл, всякую дребудень, понял, ненужную. Ну, то, что не жалко. Типа инструмент. Инструменты, всякую такую шлабудень. Я же надоел с там. А мы на остров переселились. Что это так? Мы оказались любители Робинзона Круза, понял? А чё, ну, толку там быть, если встречаете? А? ПВП как? Ну, если что, можно подъехать. Ну, вышли по ПВП, шились и ушли. Проблема доехать? Тем более я никогда не стремился именно ПВПшиться. Я играю в ну, типа такое, понял. Это уже по тебе, да? Да-да, надо реально сказать, понял, чтобы они... Чтобы они реально роботов ослабили по их зрению, понял? Меня за 2 километра видит, блядь. А ты что там, студент? Ну, сейчас пох. Собирай. А кто стрелял? Это я. А? Я. По кому? По зомбакам. Задолбали. А робот от меня там ушел? От тебя, да, ко мне пришел. Ну, по-моему, мне так показалось, что они ему урон порезали. Может быть. Может, за счет того, что куча брони на нас. Студент, привет. Они, может, уроны порезали, но такая агрессивность, это ж какой-то... Да ну ёб твою налево, а? По тебе работает? Да.
Ну пускай смотрит на меня, я буду. Стреляешь там? Да, да. Роботу на себе держу. Давай эфир быстрее, у меня пули заканчиваются. Так, а что ты держишь? Я ж уже ангары летаю. А ты уже в ангаре? Давно. Эй,
тебе? Да. Ты в верхние ангары пошел? Блин, меня сейчас зовут. Ты откуда их здесь только? Патроны на дробовик есть? Нет. Круто. Вообще патронов нет. Слышь, я даже бинты не могу использовать. Тебе надо ударить. У меня 24 хп. И ты не можешь переметоваться, да? Да. Я вообще ничего не могу сделать. Блять. Перевинтовывайся. Перевинтовывайся. Нет, ты знаешь, я думаю, что сейчас будет рестарт сервера. Чё? Время. Он уже 12 последний. 12, а сейчас уже 3. Каждые 3 часа. Не, 12 последний перезагрузка. Ну, я тогда в рестарт уйду. Давай, побежали. Какую побежали? У меня 20 хп. Ты что, с ума сошел? Я прибинтоваться не могу. Я добегу и умру. Так я же тебя ударил, ты должен был смочь перебинтовываться. Нет, не мог. Ты сейчас тоже не можешь дать? Вот после рестарта я... Ты здесь сверху бегал? Да, да.
Да нет, ты не прав. Рестарт. Заметил? Да. Ну, это сейчас лут обновится, блядь. С одной стороны, это хорошо. Главное, чтобы машина не исчезла. А куда она денется? А вдруг? А кто тебя так нахуярил на 24 хп? Робот плюс зомби. Какой-то такой шустрый, от которого я убежал. Уже все. Стрелял. Ты можешь ко мне добежать? А это куда? А? Это куда, ты мне скажи? Наверх.
Хер его знает, можно ли... Ну сейчас посмотри, чтобы роботов не было и... Передвигайся, потому что надо позабирать лутца еще. И чтоб, ну, или ты забитый сейчас. Я опять рюкзак нашел дорожный. Я знаю. Не трогай его. О, выкинул. Тогда не забиты. Все, подавайся ко мне, надо много чего позабирать. Сейчас, секунду, я уже долутаю здесь. Там, я там уже все позабирал нормально, как надо. До рестарта. А. По большей части надо патронов много, ну, собирать. Так я патроны и собираю все. Получается ко мне подняться? Так я ж еще только в Троенгар лутаю. Сейчас буду, я уже второй почти долутал. Офигеть, как они через стены, сука, ходят, блядь.
Что там нашел интересного? Патроны для СВД, калаша, ну, кучу. Ты же встретил? Заканчиваю. Поднимайся сразу сюда. Еще один походный рюкзак. Поднимаешься? Да, подожди, ты не торопи. Что не торопи? Надо забрать вещи и пойти опять в машину, потому что я полностью, причем полностью, полностью загружен. Ну такая что, переносчик? Блин, еще один рюкзак. Мать вашу, столько тут рюкзаков надо, просираю. Тут надо два оружия взять. Что? Два ствола надо взять. Просто у меня с собой уже четыре. Надо тогда вообще без оружия идти. Сейчас все, последний ангар. На калаш не находил? На калаш находил. Калаш. И все себе загружаю. Самого калаша не. На дробовик находи.
Набор инструментов нашел. Набор инструментов наш. Большой? Нет, белый. Но целый. Так что мы можем прыгать в машину и валить отсюда. Сейчас иди забери стволы и все. Но в меня только два влезли. Ну, на два и надо забрать. Хорошо. Это по тебе? Угу. Пиздец, боковым зрением буду видеть, блядь. Ну, я побег к тебе. Подожди. Давай, сразу прямо на меня бежи. Живой? Уже нет. Сколько осталось? Уже нет вообще. А, ну ты боишься на меня. Сейчас, секунду. Сразу на меня беги, я сразу выбежал и сразу же сдох. Я ж не знал, что там будет робот. Ну, я думал, ты как-то наблюдаешь за ситуацией. Ну, я наблюдал, он уходил в противоположную сторону. Ну, там же не один робот. Я-то от ангара бежал. Что, нашел меня? Где ты поедешь? Подожди, я еще не прогрузил. Ну, как бы не дошло это. Змейка это. Сдох у фул хп будет. Не, это, конечно, хорошо около участника отряда, но, блин, я вообще в чистом поле появился. Возле порта? Да, но довольно-таки далеко. Далеко от меня? Далеко даже от порта.
Сейчас пойду на пролом. Бред какой-то. Ну, если возле участника отряда, я так понимаю, что это должно быть где-то там в пару метров. Блин, здесь даже олени ходят. Надо будет по дороге подстрелить одного. Сейчас я свои шмотки заберу и к тебе подъеду. Ты уже забрал все, что у меня было? Да. Каким образом? Сам полностью разделся. А то, что на тебе было? На пол скинул. Зачем? Ну, скинул, разделся, одел тебя. Когда затащил твой лут ко мне, и все, и он рядом со мной лежит. Ты где бежишь? М? Я, получается, прямо возле моря. В самом низу. Где машина стоит? Тебя пока не вижу. Или там, где машина стоит? А ты думаешь, я запоминал, где машина? Ну, снизу на камнях, да, там? Да. Сейчас подбегу. Ты в домиках? Нет, ты ж меня видишь уже. Да, уже вижу. Рюкзак мой остался или нет? Конечно. Да я там все облутал. А кепку не забрал? Нахуй надо. Давай беги, надо же уже к машине ехать, там делать куда-то. Скоро уже убаюкиваться. Thank you.
И вот сумка твоя еще. И берцы. Берцы не вижу. А? Берцы не вижу. Вот они. Все, погнали к машине. Что там за тела кепок? Хер его знает. Давай бегом. Побежали отсюда. Ну их нафиг, блин, столько зомби, это какой-то... Ну они только ночью так дохера их, понял? Отходи в сторону. И робот, сука, еще. Сука, ну конечно, порт тут это плохо, что ночью тут зомбари, понял? Пиздец. Ну, с одной стороны, это хорошо. Чем? Тем же лутом, тем же мясом. Мяса с них же нет уже. Не, я понимаю, я вообще... Просто очки набивать в качестве мяса.
такое? Я думал, машина пропала, пиздец. Еда и вода, понял? Где-то олень был. Да ладно, со жрачкой разберем. Ты неудобно выпрыгиваешь. Он в туалет очень хотел. Прям пиздец как. I really need to urinate. Ну что, все же на нас сначала несем. Угу. Потом ты там занимаешься, я ты буду перевести. Вопрос на засыпку. Где оптика с колоссом? В смысле? Ну, на нем висел этот, скоуп. Я не забирал. Он что, исчез? Значит, исчез. Ну и ладно.
читать не туда бежишь. Постоянно теряешься? Я ж тебе говорю, топографический кретинизм. Все мимо ящика. Все равно ж потом сортировать надо будет. Ну да, но тем не менее, лучше сразу сложить. И... А потом... Сядем как-нибудь, подумаем и отсортируем все вместе. Так, инструменты я у себя оставляю. Да, пока начинаю крафтить ящик какой-то. Что значит начинай? Давай выбери место. Что уже, у нас ящик забит? Не, этот не забит. Давай выберем место, будем крафтить. Не могу дробовик в него положить. Не могу дробовик в него. Ты можешь положить в него дробовик? Нет. Что, забился уже? Да, ну не может такого быть. Нечем здесь забиваться. Хорошо, давай я заберу то, что надо, на новый ящик. Раз, два, три, четыре. Вот где-то здесь, думаю, слышишь? Сейчас, подожди, я смотрю, что там с ящиком. Иди, я тебе покажу место, понял, и пойду дальше забирать. Тут и далеко не уходи, у меня все с собой, сейчас сразу и сделаем.
Ну, в принципе, все. Сейчас помогу тебе забрать все, перенести, да и все. Все? Угу.
блин, все отнес уже? Да, ты что, стоп? Ну что, шелтер будем ставить? Да? Шелтер будем ставить? Да, думаю, можно. Там на закутке. Ну что, где ставим шелтер? Сейчас я доскидываю руку труда. Сука. Кого? Футболку. О, вот она. Шелтер и там где-то лежит. Да что ты с луком бег? Тебе ж луки не нравятся. На охоту ж пойдем. Когда? Сейчас. А не, хуй, надо спать ложиться. Посмотри на время. Где ставим, где дерево рубим? Я думаю. Этого дерева на всех хватит.
Господи, досок, ой, вернее, палок вокруг. Ставь свой, я свой достану. Говорю, ставь свой, а потом я свой дособираю уже. А веревку, есть веревка где-то? Сейчас сделаем. Сколько их надо? 4 штуки, да? В этот ящик. Большой еще. Ага. Не, серьезно. А, что, он не влезет? Нет. Если там слишком мало по объему места осталось, то он не влезет. И куда его? Да что ты его вешал на себя? Отдавай. Мне давай. Я себя на спину повешу. За завтра сделаю еще один ящик где-нибудь. Да завтра ты. Я тоже, мне надо будет с утра уехать, потом я буду свободен. А ты завтра. Ну завтра я только после 4-5 смогу. Чуть что, если не пересечемся, то я буду в воде ставить там рядом. Я... Палки длинные связывают. Они в рюкзак все помещаются. Так проще ж связать.
самый большой костер. Каменный, обычный. Пожарное кольцо. Где-то здесь, понял? Хорошо. Тут, где я стою. Я понял. Ну, перед этим и перед... Надо же большие камни, да, по-моему? Любые. Ты уверен? Да. Ближе ты бревен не нашел. Откуда звук? Какой? А ты не слышал, как будто кабана какого-то или кого-то? Беспалевную машину поставил, да? Да, вообще не займет. Мы сейчас все равно с тобой сюда уезжать будем. А с чайки мяса нету? По-моему, есть. Не летают, сука. Ну ты ж слышишь звуки или нет? Кабана нет.
Ладно, не терять время, уже похуй. Поплыли. Да нет, примерно так же, как и плав. Но еще половина пути примерно. Куда ты собрался ехать? Прятать. А, машину прятать? А я нафиг. Ты вместе с ней. Нет, товарищ, так не пойдет. Прячься куда хуй. Я рядом с ней не буду. Я пойду вот исследовать ближайшие территории, вот там завтра. Отстраивать ящички и так далее. А ты ни разу не был здесь? Где был, ну так, пробегом. Вот в этом городе можно было бы много всего вкусного. Я имею в виду нужного для нас. Гвоздей, металла, инструментов, всего. Так, сколько у тебя очков? 155. Блять, а на эту залупу надо 300, пиздец. Бля, ну проверим, ходит ли здесь кто-то или нет. Как думаешь? Думаю, ходит очень много. Проще в лесу спрятать. А? Проще в лесу будет. Чего? Тут бункер рядом. Так, ну ты сейчас тоже, да, выходить спать будешь? Да, я тоже сейчас спать. Так, ну тогда я поехал спрятать машину. Давай, мне машина не нужна, Лик.
выпускаю, она идти сюда. Чего? Не выходи еще, или ты вышел уже? Нет, еще. Подходи сюда. Сюда это куда? Так, чисто теоретически сюда можно забраться. А что я купить их не могу? Не шаришь? Не знаешь, почему я не могу купить эти двери? Я не знаю, о каких дверях ты вообще говоришь. Посмотри, где я. Ну я тебя не вижу. Давай, спокойной ночи. Давай, спокойной.